Тут гад, а? Он меня в воздухе поймал. Ух, как мне повезло-то сейчас. Заперто. Я такое ощущение, что вот после этого будет босс, потому что такой светильник означает босса. Да. Класс брони 3. Я хочу за броню сходить, на самом деле. Вообще, я же могу хэви арму трики таскать, да? Thank you.
Вот что я хотел сделать. А у меня перевес. Тоже перевес. Короче, понятно, надо качать вес. Я не могу одевать его армурку. Нет, это не официальный перевод. Бля, торгаша-то нету, да? Ау! Отвлекся на фразу какой-то Darkness Dungeon и словил в лицо. Нет, тут есть перекаты. Ау. На самом деле самый обычный Dark Souls. Только в 2D.
Нет, я пока крепость исследую, потом сюда пойду. Или давайте сюда сходим. Амулет с кровоцветом. О, увеличивает силу атаки. Во! На 5 единиц. Так все. То есть я сюда шел ради этого амулета. А, отлично, я теперь отсюда выбраться не могу. Офигеть. Да, Девика, спасибо за подписку. Если бы сеть броню. А разве броня зависит от того, насколько высоко я прыгаю? Она зависит от того, насколько быстро я бегаю. Но не прыгаю. Зато я не чувствую их удара в броне. Привет, ты кто? Суверождённый, что? What the fuck?
вспышки пламени? Это отсылка к Dark Souls, что ли? Прости, грех. Саундборд. Ой, блин, нет. Соли рожденный, блин, они реально переборщили вот с этим. Перекаты в хэви броне — это дурацкая идея. Это место грусть. Я думаю, что такое мир мертвых и так далее. И мы провалили свое задание. По визуальной составляющей, да, игра клевая. Ау! Тут босс очередной. И хорошего стрима. Ага, спасибо. Да господи. Ой. 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 Ты парень, ты это, хватит в футбол играть.
Талгос! Ничего нету, да, чатов никаких. Да, я заметил, очень неприятный удар. Неприятно, детка. Зачем я это сделал? Как этого босса побеждать, если по площади бьет? Ну, как бы все нормально. Надо просто снимать долбанную броню, ставить, брать щит и брать его на измор. Последняя версия, не знаю, ребят, у меня не стимовская. Вот мразь, а? Да чтоб тебе! Да господи, вот... Да, гос! Да, блин! Ни хрена сегодня рейдж! Да! Бешеный босс. Что?
Давай, удачи. Тебе. Да босс был противный. Обучение пройден? Вы серьезно? Это всего лишь обучение. Идите вы, я не хочу знать, что здесь будет не в обучении. А-а-а. Это шорткат, все понял. Мог бы его оставить живых. Это типа не обязательный босс был, да? Нет, я слишком кровожадный. Нельзя просто так прийти и оставить боссов живых. Какой нахрен каменный желудь? Ну мать твою! Да я случайно, блин! А чё, я вирусы? Мать твою. Я свою веру предал, да? О, да.
И как мне вернуть старую веру? Помню. То есть мне туда тащиться, да? А я могу как-то святилище перезахватывать? Трафик, эти ребят слишком убогие. Дядка, я пришел каяться. Ну ладно, пока я сделаю это святилище, фиг с ним. Я еще пока в нем буду жить, что. Самое ближайшее, потом переделаем, если что. Конечно, я очень сильно лажанулся.
О. Хрустальная сфера? Хрустальная сфера нужна. Чисто личный стричок. Всегда мечтала побыть. Свет у нас какое вообще заклинание? Класс молитва 1. Блин, надо... Я тут был? Да, был. А вот это как достать? Это секретка, что ли, какая-то? Господи, тупой моб! Встал прямо в проходе. Пошли шута убивать. А, все, я въехал. Что это за путь? Чем бы мне обмазаться? Господи, какой же он бесполезный, а? Но по сравнению с Гали... с циклопом он вообще не очень. А, то есть, погодите, у меня был выбор либо пройти там, либо нет. Убить последний босс обучения.
Привет. Клеймо головокружение? Что это? Я сейчас только что сделал. Что я только что сделал? А, возвращающие обелиски. Все, въехал. Это тоже стоит и близко. Ну сейчас сходим к нему. Ау! А, Метроид, ты человек. Да, кажется, я понял, что надо по сути сейчас игру заново проходить. Как забить пол? Ты что, это святое? Серебряный щит нашел. Хитрая штука, слушайте. Достаточно просто по ней пробежать, и она активируется. Вау.
Вау. Уэу! Ой. Вот это я слишком расслабился. Блин, я даже не знаю, может религию богини мне взять? Господи, троицу по новой надо качать? Вы серьезно? Как все плохо-то. Какой самый лучший ковенант? Если уж так говорить. Грим, привет. Thank you.
Сколько? 5000? Прикольно у него расценки. Униксовый сет. Прикольно. Ради чего сюда приходил? Повышает силу исцеления. Ну и нафиг мне это надо. Там, я так понимаю, суицида, да?
Все, я въехал, где я вышел. Не надо бегать. Блядь, я же видел этих фигурин очень много. Где? Где их видел? Ладно, пока хватает, смысла грейдить нету. Ау, горю.
Что? Как здесь? А, вот все. Блин, две хилки сожрал. Что за циклопы? Дуга. Короче, надо идти в этот, идти в чудеса. Что-то, блин, без чудес вообще паршиво. Себе по 400 праха, да, 400 соли дает. Неплохо. По 300 монет за каждого. Такое. Ну, прикольно. Уж самураем стать. Пусть, да? Ау! Блин, тащиться мне от статуи богини. Приехали, короче.
Гравитация безжалостная, ты... Ну, вы поняли. Ну-ка. А, да, сразу. Скидывает меня вниз. Лоу? Что? А зачем? Вау. Ну, я быстро спустился. Очень быстро. Кличка огня и неба, что? Элементальный дисбаланс? Что это? Блин.
справиться. Тут еще была такая же фигня где-то. А, вот она. Кольцо буря. Все, понял. Это как раз кольца, которые надо юзать, видимо, вместе. Соли, да, пофиг. Я их все равно довольно легко получил. К тому же на уровень не надо, по-моему, 9к. Или 4к. Черт его. Ну, можем сходить туда. Просто долго тут бежать, то нафиг. Проще босса убить. А с чем вообще сюда пришел? Большой топор преступника. Да, слушайте, неплохо так. Неплохая пушка. Это злобно, дядька. Вау! Ух! Там ништяк.
Вау! Надеть? Что это означает? Вау! Что за самурай был? Ух ты! Ладно, давайте, наверное, сегодня уже хватит. Потому что все, сколько времени-то у нас уже? Времени уже 6 утра, нет, все, хватит. Сегодня этой игры. В общем, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел. Надеюсь, вам понравилось. А завтра будет продолжение сначала Рагнарёка с утра, потом, соответственно, этой игры где-то в часиков 8-9 по МСК. Кому интересно и кто пропустил начало, вводы, как всегда, на Ютубе. Ссылочка под описанием стрима есть. А на этом все. Всем спасибо и до новых встреч. Опс, не та превьюха, извиняюсь.